Ну, для меня, наверное, это возвращение к тем же ценностям, которые были при царе Горохе в данном случае. Ну, во-первых, церковь. Все-таки действительно это то, что спасает. И это единственное, наверное, ради чего еще как-то... И во имя чего еще как-то можно жить. Потому что сейчас происходит такой хаос, что люди просто не ориентированы ни на что. То есть раньше шли на какой-то, допустим, луч света, это была некая идеология. Сейчас этой идеологии как бы нету. Поэтому хорошо бы... Церковь — это личностный фактор. Человек хотя бы настраивает на какое-то соблюдение внутренних закономерностей. И чтобы человек как-то себя регламентировал и настраивал, у него появилась какая-то цель. Потому что поставить чисто цель деньги, а в общем-то она сейчас такова. Это пустота, это ничто.